Килька в банке, наверное, клюнула. Ага, вязанка. Колбаса-вязанка? Колбаса-вязанка. Хорошая. Сколько? 6 штучек. 4, 5, 6 штук. Нормально. Вязанки. Отлично. Ну, потихонечку ловится. Рыбка у нас. Сколько? За минут за 40, да? Нормально. Ловим дальше, еще вот забросили на ставритку на донке. Может, что крупненькое бахнет. Ветер не сильный. Будет что интересное, включимся. Оп. Что-то клевануло у нас. На донку, да давит. Давит хорошо? Ну давит, да. Давай. Смотри, у меня тоже разорвало его. Видишь, что-то жрало его. Спешить не буду, наверное. Не, не спеши, не спеши, потихонечку. Ну, важно, ну, важно. Подсакивай, подсакивай. Наверное, котейка. Котейка или лисичка, наверное. Может, лохарик какой-нибудь. Да, да нет, тащится как мешок, значит, какая-то лоская. Да, да, да. То есть, либо небольшая лиса, либо кот. Да, 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 она не ведет. Потихоньку, потихоньку, не спеша, чтобы ее успела. Лиса. Лиса. Да. Ну такая килограмма минимум 3,5 где-то. Она сюда не поместится. Надо ее брать. Давай подводи ее так возьми рукой. Поместится. Давай, давай. Поместится. Поместится, нормально. Поместится, зайдет, она, говорю. Ну не зайдет, так зацепишь. Давай. Не поломать же сучок. Подсак не поломать, он не рассчитан на такую рыбу. Оп. Вот такие вот у нас ловятся рыбешечки. А ну, подними ее на камеру. Ах ты, блин, она кусается, слушай. Она меня укусила. Поверни жалом передом. Так, повыше, вот повыше подними. Повыше сейчас подними. Я, сейчас я подожди, за глаза возьму. Смотри, чтоб не покололо тебя. Вот такой вот монстру ловится. Вот так переверни. О, эй. Лисить мою. Походу опять. Походу опять лисичка или что-то в этом роде. Ну да, что-то такое опять давит. Или лиса, или кот. Что-то. Что-то сидит. Только сальца решили хавануть, да? Угу. О, что-то она так мотанула. Угу. Куда будешь мотать? Сейчас посмотрим на эту. 22 метра. А, вон, видишь,
О, смотри, видишь, пытается давить по удочке, посмотри. Фрикцион есть. Ага. Вот, леса. Леса. А, да там еще, по-моему, сидит этот. Мелкий. Хорошая лисичка. Хорошая. Давай. Тихо, тихо, тихо. А, ты ее забагрил? Нет. За нос забагрил. Забагрил за нос. За нос забагрил. А, ну да. Она это. Она пробовала. Как в прошлый я раз, да. Смотрю, да, что-то дергает. Да, 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 как в прошлый раз было. Нет, слушай, я ее так не возьму. Давай ее руками. Нет, я ее так не возьму. Давай, за глаза возьму. Прости, дай ее. Да, посмотри. Подходи сюда, тихо. Запасть только не хватани. Не-не-не-не-не. Так, подожди, блядь, не могу взять. Иди, блядь, еще ногу мне откуси. Хих-хих здесь. И тоже не такое нормально, да? Да. На камеру Хека покажи. Так он нормальный. Что это подлодку не затащил. Да что там мешок этот? Вон он уже. Ага, вижу уже что-то. Уже близко. Да, 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 да. Это леса? Да. Леса, да? Да, да. Да. Или камбала. Леса. Мелкая. Да такая же. Поменьше. Поменьше немножко, давай. Поменьше чуть-чуть. Да, чуть-чуть поменьше, кидай. Фух. Нормально. Ну, с починчиком. С починчиком у нас. Попался бычок в Черном море у нас. Я такого ни разу не видел. Вот это зверек. Это такие ловят, где там... Скажи мне. В Крыму. В Крыму, Крыму, да. Коптятых. У нас такие звери не ловятся. Я не знаю, сколько он. Сантиметров 25, наверное. Да. Такие бычки у нас точно. Способный такой бычок. Не ловил я ни разу и не видел, чтоб кто-то ловил. Для нас это трофеищ целый. Не пойдет. Нравится? Махонька, да наша. Красота, тишина. Тишина, погода вообще. Ветра нету, волны нету. Такое бывает редко, особенно в России. Не надо садить. А, он просто запутался. А, ты за хвост ее поймал. Давай, как раз поднимай, я за хвост ее схвачу. Давай. Поднимай, я ее за хвост схвачу. Не за хвост, и за эту. А я думаю, что так тяжело она идет. Подожди, да. Тихо, дай ее. Сейчас. Схвачу за хвост. Она меньше, блин, но... Ну да, просто потому, что за хвост. Сопротивление, да. Так, куда ее ложить? Так кидаю. Да, до кучи он, кидай к той. К этой. Слушай, ну у этой шансов точно не было. И за хвост, и там. Правильно, смотри, забагрил за хвост, блин. У рыбы шансов нет. Передай привет.